Не биты, не крашеные, почти без пробега. В Иркутск прибыла новая партия трамваев из Москвы. На этот раз парк пополнили 4 вагона, еще 6 будут доставлены до конца месяца. Такой подарок областному центру сделали власти столицы России. Там уже несколько лет полностью обновляют подвижной состав. Стоимость одного трамвая оценивается в 28 миллионов рублей. Все вагоны находятся в хорошем техническом состоянии. Уже в ближайшее время выйдут на маршрут. Вот такая она дотация из федерального центра.